Сегодня жители Первоуральска, обитающие в веерических окрестностях дома номер 5Б по улице Береговой, прислали в редакцию телевизионного агентства «Урала» плод своего более чем 40-минутного операторского труда, запечатлевший труд спасателей. Не совсем понятно, по какой причине и по зову кого у этой десятиэтажки на берегах Нижнешайтанского хранилища с водой образовались все телефонные службы с 01 по 03. Наши наивные попытки уточнить суть происходившего непосредственно в 47-й пожарно-спасательной части кончились легкой паникой на том конце провода. Да пустяки! Дело-то житейское! А также праведным гневом за покусительство на раскрытие столь страшной тайны. Так что остается лишь сжать и описать то, что мы в течение 43 минут показывать, конечно же, не можем. В общем, подвижническая деятельность автолестницы началась с выдвижения бойца-разведчика на 6-й этаж. Хотя ни огня, ни дыма без огня оттуда не проистекало. Эй, малыш, смотри, за тобой пожарники приехали. Вон карабкаются. Проверка ровно этажом ниже дала тоже никакой результат. В общей сложности автолестницу за это время раз 6 или 7 в окна или лоджии с 3 по 7 этаж перенацеливали. В одно из них пожарный разведчик даже залезал, вскрыв раму. В другое окошко они слазили вдвоем, но нигде ничего не нашлось. И даже пара консультаций с выглядывавшими из окон аборигенами не помогли огнеборцам отыскать горячую точку, которая явно была не на береговой 5Б, а где-то в другой точке карты Первоуральска. Подошла к карте, так вот ткнула пальцем и говорит: вот горячая точка. После чего все 01, 02 и 03 организованно место вызова покинули. Если вдруг что-то интересное все же всплывет, мы вам сообщим.